Что такое воспитание? Воспитание – это когда учат детей хорошими манерами. Это когда говорят хорошие слова. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Это когда человек смотрит за малышами, ухаживает за ними. Воспитание – когда человек там делает хорошие дела. Это когда дети воспитаны и никогда никого не обижают. Воспитание – это значит, воспитаешь ребенка. Это когда кто-то хорошо делает уроки или хорошо себя ведет. Какого человека можно назвать воспитанным? Это человек опрятный, добрый, который слушается маму с папой. Который девочек пропускает, а девочек не бьет. Делает хорошие поступки. Пропускает людей вперед. Помогает бабушкам перейти дорогу. Не мусорит. Купает место в автобусе бабушкам, дедушкам, девочкам. На кого можно положиться? Он никогда никого не обижает. Он не злой. Помогает младшим, у которого есть хорошие манеры. Он выполняет все правила. Помогает занести коляску. Который здоровается, говорит «Здравствуйте, до свидания». И плохие слова не говорит. Не балуется. Как воспитывает детей? Говорить, как надо себя вести. Учить делиться игрушками. Родители должны учить своего ребенка. Как с собой ухаживать. Заниматься с ним спортом. Как нужно воспитывать взрослых? Так же, как и детей. Если у взрослого хорошее окружение, то и он хороший. Если плохое окружение, то и он плохой. Если громко кричит, делает замечание. Нельзя ему глупости говорить. Например, он когда курит, а ребенок говорит, если будешь курить, тогда червяки изведутся в животе. Можно его поругать, поставить в угол. Можно с ним поговорить по-взрослому.